Ну, инвокер есть. Да, много получается масс ультимейтов и секрета здесь, в этой игре. Много. Много. Подкопыч выдает, там нажимает Time Dilation. Кристаллисы хорошие, спруты. Бокси пытается прорубиться, там тангуйсиками, топориками проход. Но яды всякие разнообразные, гранаты. Да, урон периодически, вообще ФБ делается на боте. И я, как всегда, ошибаюсь. Но Пупей вылетает сразу же на топ. Почему? На кого? На Микки! Минус Микки 2-0. Тут впервые вот за весь именно календарный год лучшую свою доту. Лучшую, реально, за весь календарный год. Здесь должен быть Ямич, по идее. Синистер Гейс, конечно же, его забирают. Есть минус Ямич, Хамил там, да, вот знаете, помните, Курамзес там какие-то гадости кому-то говорили. Нападает у нас на бокс здесь, получает у него улететь никуда. Поймал все, Ямич, и, конечно, бокс здесь умрет. И это будут первые два заряда. Более, что ли, зрелые, да, в этом плане. Бокс и умер, у нас зашел он очень далеко, не знаю, на что он вообще надеялся, если честно, я не знаю. Но подожди, подкоп, да неужели? Но там торнадо было неплохое, нужно с мидлана срочно спасаться, Ямич точно здесь умирает. Хотя он пытается разменяться, но Орлин Тандер накрывает и Ямича, и мидлана. И это минус 2, тогда это там 5 секунд. Так, здесь он сейчас нападает на Сиберлайт. Сиберлайт отправится, скорее всего, в таверну. Да, он умирает. Пупей прыгает Кристаллис. Кристаллис, Ниша. На фокус его Кристаллис. Спускает с Ниши на лоу-граунд. Нажимает хорошие варды. Золотой, по-настоящему золотой. Друзья, это же бриллиантовый кубок. Вот Кристаллиса минус 4 делает Team Secret. Даже Пупейха выживает у нас. Сейчас я прочитаю внимательнее. Здесь у нас нападает на Микки. Микки нажимает свою полянку. Кастуется Роллин Тандер плюс Чайничек. Но он свой урон все равно дал. Минус есть бомб. Пупей у нас Микки зажимает. Падает Ямич. Пинает бедного Пупеху. И это минус Пупей должен быть, конечно же. Да. Должны его сейчас будут здесь забрать. Долго жил. Долго жил очень. Магический, это, по-моему, магический, конечно же, урон должен быть. Просто если это магический урон, то, конечно же, там он будет меньше наносить, естественно. Потому что всякие резисты и так далее. Здесь нападает на забирает Ямич, нападает на Пупея. Начинает секреты очень сильно ошибаться, подставляться. Постоянно Пупей, пальчик, умирает. Он, так сказать, получит кил. Ну и минус у нас будет здесь бокс. Прыгает Кристаллис, не хочешь, конечно, нажимать свой купол. Приходит бомб, копье встречное. Да, у нас перекрестное. И это минус Сиберлайт. Так, тут, поймали кого? Пупея поймали, Пупей, больно, Роллин Тандер, Пупеха в таверну. Но там сбоку альтернатива была сделана, забрали Инсейнио. Разменялись они на пятерочек здесь. А вот такие подкупают боксы интересные. Маны выжигает много, но хп нет. Нет, хп, конечно, маловато он жжет. Как будто, правда, написали не то количество. Очень мало он выжигает хп. Здесь у нас нападает на Нишу. Ямич не захиливается от своих... 45, да? Будет они вот, идеальное время там 30-40. 35, да, желательно. Здесь Роллин Тандер нападает на мидван. На мидван кастует с полянка арена, но в итоге она не очень удачная. А вот так вот, купол, друзья, в боксе. Минус боксе. Должен умирать Сиберлайт, но у него есть шар. Посадил он себя, Кристаллис отступает. Там уже минус мидван, минус Пупей. Нападает на Бума также. Бум, подтягивается Ямич на подкрепление. Дает копье, дает Шека, умирает Ямич, умирает и Бум здесь. Минус 4 в исполнении Team Liquid, а. Отличные файты. Так, здесь торнадо. Пошло Инсейне. Должен быть минус. Собирает его. Там копье по Микки. Микки принимает. Микки БКБ нажимает свою полянку. Пошел лупить. Там минус мидбан падает уже. Выживает Микки. Нужно ему заряжаться. Конечно же, не получается. Пупей. Кристаллис. Купол одного достает. Второго он просто под Ямичем сейчас заберет. Минус 3 есть. Неплохо секреты. Неплохо. Видимо, зря мы их начали, да, уже хоронить. Хотя минус Пупей здесь будет. Сбоку все. Парни разлетаются. Пытаются уйти. Кристаллис. Таймволк сейчас будет готов. Репорт у него имеется. Пока что осторожно. Все. Осторожно. А позиция слишком тесно стоит у нас сейчас секреты. Нужно быть осторожным. Пупей у нас пытается занять такую хитрую позицию. Но в итоге его очень легко здесь находит. Прочитали. Минус Пупей уже есть. Ниша кончается здесь. Роллин Тандер нажимает роллап. Остается полянка. Очень сильно нужно дать купол Кристаллису. Но нажимает он его. Пытается убить и забирает Нишу. Катаклизм полетел. Хорошо. Минус Ниша есть. Наверное, нужно отступать. Сбоку нажимается варды. А пинает бокс. Тот нажимает гост, выживает. И Ямич в таверну. Минус Ямич. Бокс копьем отталкивает. Он дает хекс. Выживает торнадо. Бокси в таверну. Размен 2 в 2. И очень неплохой пока что для команды НТС. Ну и все. Пупейко. А подожди, 3 в 2. Саня, добрый. Доброе утро.
У нас Мидван выходит, полснэп нажимается, Микки, торнадо, палит тело, бум, копье, прекрасное по нему, Микки, щелк-щелк, Микки отправляет в таверну. В итоге у нас Инсейни пока что уходит, Инсейни погоня за ним, сажаются фамильяры, Инсейни, башки вылетают, Инсейни в таверну отправляются. Да, минус Инсейни у нас. Ну а Саберлайт там, в общем, летает в сторону. Смотрите-ка. Они будто бы знают, их противники. И вот он, Кристаллис стоит у нас. Кристаллис получает хек здесь Микки. Неприятно очень Микки. Катаклизм полетел. И это минус Микки. Бокси. Тут плюшки летят по нему. Кристаллис очень неприятно. Тайвок нажимается. Возвращается он обратно. Ямич. Тут варды, коутснэп, бокси, бокси в таверну, до свидания, там торнадо, бум живет, ниша, ой, реакция бума, спасается у нас под нишей Шекла, в итоге все-таки бума забирает, находится у нас ниша в хексе, но не хватает урона, спасается все еще он, прыгает за ним, кристаллис вступает, там Мидван, Мидван нужно помочь, дорогой ты наш, не получается, бокси пошел в хекс, все под коп, нажимается гост, бокси сейчас будет его пытаться кайтить, убивает инсейни, минус инсейни, прыгает кристаллис пока что и... Драка все еще продолжается, все еще все живые, но теперь без маны, только Кристаллис остается без маны. Также и Ямич минус, минус ниша есть, но снимает свой, да, огромнейший просто стрик. И в итоге будет, по идее, минус Пупей, палец, у него гост 2-1, но там его не пробьют сейчас. И вот вы знаете, я вот сейчас сижу, эту карту смотрю, потом, ладно, потом поговорим об этом. Здесь у нас нападает на Ямича. Ямич торнадо, итоге Мидвана принимает, подкоп хороший у нас в боксе, просто отгоняет. Микки нажал БКБ, сейчас даст полянку, бокси, мана дрейн у него качается, он горит здесь, бум, все еще БКБ, сможет выйти, все нормально, он сможет уйти из поляны МК, и в итоге это минус первая сторона. Так, здесь, поймали, поймали у нас, и, возможно, убили нишу. Ниша, не, куда там фрошет, ты шо, он ты шо, живет так, что мало не покажется, Ниша нажимает Рейн Тандер. И как бы теперь бы сейчас тут не убили бы у нас Кристаллис. Нужно, конечно, Леон с Хексом своим, чтобы блинку, потом дать подкоп, или наоборот. Здесь бокс как раз таки у нас живет, но недолго, в таверну. Не... А чего он выжил, я не могу понять. Он выжил. Ладно, Кристаллис. Кристаллис, боксика все-таки у нас забрали. Но Кристаллис должен, по идее, тоже умирать сейчас будет. Он пытается уйти, спасается. БКБ, друзья, у него, конечно же, нету. Но Мидван принимает на себя удар. Урон принял, умер. И прям в инсейню прыгает. И прям в инсейню он все остается без маны. Хорошее есть копье. Возвращается саппорт команды Team Secret. Неплохой купу маны ему хватило. Пинают нишу. Ниша! Умирает все равно. Ладно, ниша проверен, отправляется. Кристаллис кончается, у него все, манна, хп, умирает он, умирает также Ямич после байбека. Да, возвращаются у нас ликвиды, что самое забавное, у нас до сих пор живет Микки. Он живет, и возвращаются обратно сейчас на базу уже ликвиды. Хотят закончить они эту игру. Кристаллис после байбека сбивается линка, еще будут кнопки, еще будут хиксы по нему. И это будет минус Кристаллис, поймали Пупея. Пупей прошивает Пупеху, ну и это... Минус, да, Пупеха. GG! 1-0, друзья, все-таки ликвиды выходят винерами в этой игре. Напомню, друзья, также то, что матч это на вылет. Проигравший здесь вылетает у нас с турнира, да, с ESL, потому что уже все, плей-офф начался. Пассивка также, ультимейт также. Разрывка есть, нападает на Кристаллис, вот нажимает статик. Статик, да, друзья, он не так быстро выкачивает урон, но теперь дольше он это делает. И, по всей видимости, тычка последняя будет 1-0. Ликвиды. То будет интересно посмотреть. Вот это у нас на Кристаллис, три героя, и очень легко с ним справляются здесь. Да, не планируют они, в общем, забирать никого тут. А вот тут ликвиды у нас планируют. Атаку неудачный. Краш был. Приходит бум. Сразу его дедшотом прогоняет отсюда. Прилетает Пупеха. Ну и на бокс наскакивает он сейчас. Бум. Клипчик пока не достает. Вот сейчас достанет. И можно будет состелить просто ручкой, да. И что здесь у нас? Здесь у нас Кристаллис. Живет. Живет, живет Кристаллис, приходит Саберлайт, Шилд Краш, есть один краш, есть. Это у нас Шилд Краш у Пангальера, и забирает у нас Кристаллиса.
Это уже пятое убийство, шестое убийство уже делается ликвидами у нас на миду. Нападает на нишу, ниш пытается уйти, но тут будет трудно, потому что там уже и бум разложился, есть фантомочек по нему. И это минус ниша, это шестой килл, хватает до того, чтобы получить необходимый здесь уровень. Да, и все еще не хватает. Слапнуть сейчас бокс, например, попробовать как-то залетать на сюда ниша. Потягивается Микки. Там прыгает Саберлайт. Минус Кристаллис, минус Попей. Похоже, очень сильно поплывет сейчас секреты. Очень сильно. Минус будет еще один. Пупеха. Так, тут у нас боксы принимают, боксы забирают, друзья. Мидван, поймали его, Мидван дерется с Саберлайтом. Хотя кто еще кого поймал, вопрос тоже интересный. На самом деле, три героя здесь находятся, но его отпускают. Пока сбоку наблюдает на Разор, Разор выживает, живет. Ну, нормально, все. Впитывает тут, Микки, ульта, ТП, улетает у нас мистер Микки. Ну, а поймали еще Инсению, красотища. Да? И вот эти также абсолютно, и вот все три, вроде бы, да, и 2-1. Здесь у нас нападает на Мидвана, Мидван прыгает пока что подальше, за ним погоня есть, Мидван в таверн направляется дальше, там арба, и спасается у нас, оказалось, Мидван, но нет, никуда он не спасается, а если еще один килл сделать, Ямича у нас на Интернешнл на прошлом, это у них давно с Кристаллисом, это просто его герой. Инсейн нажимает слаб, нажимает террор вейв, и пока что вейв и террор, извиняюсь, и спасается. Здесь попадает на Микки, Микки, Shadow Dance, пока живет, но ему очень больно, его пропиливает, ему остается немножко буквально, чтобы забрать, но не получается убить Сларка, здесь живет он. Ниша прячется в кустике, собирать нужно идти вперед, мне кажется, собирать нужно идти вперед, и Нишу как-то защищать, но не защищает он его, они просто его оставляют, а когда он вздыхает, они начинают разворачивать, что вы делаете, ликвиды, не понимаю. Минус Ниша. Возможно, и минус Микки сейчас будет так же, да. Что они делали, да? 3000 преимущества. Там тем временем у нас секреты перетягиваются на охоту. Нападает на Саберлайта. Есть стримкоил, есть БКБ, слабый Саберлайта. Здесь пинают бокси, минус бокси. Съели бокси. Тут на Инсейню пошли. Инсейня, плазма работает по нему. Инсейн, неприятно. Ликвиды, ликвиды выходят в смоках на охоту, но выходят на Попея, поймали Попея, убили. Убили Попея, конечно же, да, здесь нападают на Кристаллиса, и это минус Кристаллис. Наши команды, у нас одна команда осталась, Бэтбумы, будет следующий матч на вылет здесь, Попея поймали, Попея убили очень быстро, он выкупает обратно в игру, собирает свежим БКБ, сражается и дает очень много урона, минус 2 делается, в том числе минус Мидван, нападает на Кристаллиса, Кристаллиса почти убили, слава, обратно, минус Кристаллис, ну и теперь Ямича можно пинать, это уже минус 3, минус 2 ББК, делается минус 4, будет, Попея прилетает после бая, Попея, но они включились на Инсейн, там я вижу, да, забрать Инсейн, у нас хотя бы что-то есть для команды Team Secret здесь. Микки обратно идет, а бум окончается действие ультимейта. Микки выпрыгивает, разрывает связь. Ну а Ниша под фокусом, Ниша за помощь. Он там себя пока что хилит, там броню свою нажимает. Пилайстер, да, ну Сорок Крест стоит, нажимает. Живет, прыгает, собирает, забирает. Мидван на пост, либо БК, нет, не забирает, пока что он выживает. Мидван где? Мидван тут, Мидван спасся. Было близко. Поймали еще и бума. И это в итоге, ужас, точки говорю, новостей перечитался, букву. Вот. Здесь у нас нападают на Мидвана. Мидван неприятный. Мидван в фокусе. Мидван отправляет в таверну. Друзья, минус Мидван. Сильно очень. Там Ямич пытается уйти. За ним Саберлайт. Ямич. Ох, как. Да. Но у секретов и у Кристаллиса, у них там, знаете, всегда были какие-то интересные заготовочки. Здесь минус Ямич. Нападает на Бума. Бум. А Бум. Санстрайк, друзья. Маны ему не хватает на промосбит. Не хватает. И даже вот эта нейтральная шмоточка... Перышко его не спасло. И ломает ликвиды первую сторону. Представляется. Так, здесь залетает у нас на Ямича. Минус Ямич. Ямич управляется таверном. Ну и пока что отступает. Здесь Кристаллис. Пинает Микки. Микки первый раз спал. Микки забрали. Там миличный брак у нас рассыпался. Сейчас можно бить рейнджовы. Насобивает стан. Ну, в общем, нужно просто сломать сторону, отойти сейчас, перегруппироваться. С наступающим тебя Нового года. Надеюсь, то, что Новый год для тебя будет особенным. Ну, или хотя бы точно уж, знаешь, веселым и интересным. Спасибо тебе большое. Но потом, потому что драка начинает. Залетает, собирает, забирает. Почему если Ямич покупается обратно в игру, нападает у нас здесь сбоку. Микки на Попея убивает его. Минус Кристаллис также есть. Минус 3 уже. И опять же, да, когда начинает спайт 5 на 5. Очень легко справляются ликвиды с своими противниками. Очень легко. Это слишком легко, потому что, ну, какой-то
уже перефарм. Так никогда перефарма не было, точно так же было. Минус Мидван, минус... Это получается Мидван, это уже минус четвертый, да, у нас. И Ямич минус пятый после байбека. И это Рошан с Аганимчиком сейчас будет. Вот, мега-крипы. И два сыра у них. Есть Аегис, что по байбекам у секретов, по байбекам у них остается только упак у Мидвана. Там 10 секунд у него. Пока что бумаг развлекает. Неудачные тайминги по врыву. Но потом собирает, поддерживает банта, нажимается гарпун. Минус бума. Он, друзья, без байбека. Он без бая. На первый уже раз его острит. 4 здесь у нас нажимается тучка. Микки, никто их не видит. Нападает на Мидван. Мидван прячется пока что в шифт. Пока что живет. Сбоку взлетает кристаллис, сбивает Сиберлайта. Накачал урона, забирает еще и бокс. Хороший кристаллис. Дал хороший очень урон, но... Не хватает, чтобы пока Сларка первый раз забрать. Забирает все-таки не в конце. Да, там общими усилиями. Тут поставляется Мидван после бая. Нельзя умирать ему. Живет, ушел. Ушел. Ликвиды настроены на серьезную эту игру закончить, потому что покупается, возвращается обратно в игру. Да, у нас два персонажа. И они хотят пройти дальше. И потому что у них же сегодня будет еще встреча против Фалконов, если сейчас выигрывают. Мне нужно им отдохнуть, перезарядить, скажем так. Здесь минус 4-4 вышка номер 2. Забирает также и ее. Тут поймали Бума. Бума пинает. Бума неприятно спасается. Он Бум таверну отправится ли. Минус Бум, да. До свидания. Там Кристаллис нажимает. Торнадо Кристаллис. Живет, ну и спасается. Он пинает пока что Ликвида у нас. Трон пинает. Да, ломает его. Ямич форстафается. Нужно бить Ликвидом. Ликвидом добивает, все, кончается гриф. И последние удары залетают. GG 2-0, Ликвиды проходят дальше. Ну а Team Secret у нас занимает 7-8 место в рамках, да, ESL. И зарабатывает 47,5 тысяч долларов.